Благодарю вас за то, что вы заглянули ко мне. Прежде всего, очень вас прошу и первому президенту Казахстана, и нынешнему президенту, моему очень доброму другу, и одному, и второму, прошу вас, передайте самые теплые слова благодарности, приветы передайте не только от меня, нашего белорусского народа, и первого президента, и второго президента у нас в Беларуси очень хорошо знают, очень любят, уважают. Что касается наших отношений, я хочу просто заверить вас, что цели, которые мы поставили во время визита в Нурстан Абишевича сюда, Касым-Жомарт Токаева сюда, мы свято будем блюсти, мы обязательно реализуем все, что от нас зависит. Если только правительство Казахстана в этом направлении будет двигаться, вы от нас получите всегда самые позитивные шаги. Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном, прежде всего экономические, потому что это база. У нас нет проблем в политике, в военно-политическом отношении, у нас никаких проблем с Казахстаном. Экономика тоже у нас без проблем, но тот товарооборот, который мы имеем, это не для наших экономик, особенно для Казахстана. А то, что мы производим, оно нужно Казахстану. То, что вы производите, нам тоже нужно, хотя проблемы определенные всегда бывают с поставками, логистикой. Но думаю, что с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе и в Евразийском экономическом союзе. У нас схожие подходы по формированию и развитию нашего союза. И мы всегда находили понимание с первым президентом Казахстана, когда создавали этот союз. Поэтому в белорусском направлении вы можете не переживать. Здесь мы будем работать только на наше единство.